школе номер 8 поют взрослые песни и темы для разговоров серьезные. В преддверии памятной даты Дня Героев Отечества в актовом зале собрались учащиеся кадетских классов. Напомнить о боевых подвигах и героических заслугах российской армии на встречу со школьниками пришел ветеран боевых действий в Афганистане, экс-депутат Государственной Думы и действующий народный избранник Московского областного парламента Владимир Вшивцев. Было что почетному гостю рассказать подрастающему поколению и из личного опыта. И мы взорвали угловую башню, и под этот шум и панику вышли просто из кишлака. Чудо просто, что ни один человек не погиб. Раненые были практически все, но легкие ранения. Владимир Вшивцев часто общается со школьниками и проводит патриотические вечера. В Подмосковье он куратор федерального проекта «Историческая память». У нас очень хорошие люди. Важно просто с ними работать. Мы, наверное, это наша беда, мы им многого не додаем. Ну вот если говорить о этой школе, то здесь, конечно, проводится очень большая работа. Где есть люди заинтересованные, там обычно и растет успеваемость, есть интерес у детей. И самое главное, детишки знают историю своей страны, у них появляется желание жить и служить этой стране. Вот это важно. По словам школьников, такие встречи интересны и полезны. Мы узнали о том, кто поддерживает мир, и что на самом деле герои, они ходят среди нас, не такие же живые люди. Я считаю, что такие встречи очень важны для того, чтобы мое поколение понимало, каково это существовать во время войны, каково это нести на себе это бремя, эту ответственность за мир на земле. Добавим, начиная с 2007 года Россия отмечает День Героев Отечества 9 декабря.